Госдума России напоминает семьям с детьми, пенсионерам и инвалидам о предусмотренных для них льготах. Так, граждане с двумя и более детьми имеют право не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения условий проживания. При этом новое жилье нужно приобрести в год продажи предыдущего или не позднее 30 апреля следующего года. Налог на имущество не должны платить пенсионеры, однако льгота предоставляется лишь на один объект каждого вида недвижимости. Например, одну квартиру, один дом и один гараж одновременно. Многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, а также семьи с детьми – инвалидами могут не платить земельный налог на 6 соток. Дети до 3 лет, а также дети младше 6 лет из многодетных семей могут получать бесплатные лекарства. Их выдают в аптеках для льготников по рецепту от педиатра. Также предусмотрена субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, если расходы на оплату жилья и коммуналки превышают фиксированную максимальную долю дохода семьи в каждом конкретном регионе.